Мариинская водная система. Система каналов рек и озер на северо-западе России, соединяющая бассейны Каспийского и Балтийского морей. Проходит через Рыбинское водохранилище, включает в себя Шексну, Белое озеро, реку Ковжа, Мариинский канал, Вытегру, Онежский канал, Онежское озеро, реку Свирь, Ладожское озеро и заканчивается Невой с выходом в Финский залив. К 2018 году у меня окончательно созрело решение о путешествии в Европу по воде. Весной я приобрел новую лодку «Тристан 345» – скандинавская моторная яхта, созданная для путешествий по северным водам Балтики и озерам. До июля занимался подготовкой яхты к путешествию. Я стал первым владельцем «Тристана», но так как лодка простояла несколько лет на консервации, мне пришлось много времени потратить на ее реанимацию. Дорогие друзья! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Сами понимаете, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Спасибо. В детстве я зачитывался рассказами Гайдара и Льва Косиля, где Подмосковье терялось в дымке над дачным поселком, со свистком паровоза, уходящего со станции Дмитровского направления, и утренним туманом, укутывающим зеркало Клязьминского водохранилища, и, конечно же, книжкой Квакина с Тимуром и его командой. Для меня, мальчишки с Урала, все это казалось таким далеким и прекрасным, как рубиновые звезды над Кремлем. Приходя в Москву по воде, вас ждет вереница судоходных подмосковных водоемов, связанных между собой каналом имени Москвы. Клязьминская, Пироговская, Учинская, Икшинская, Пестовская. В каждом из них находятся десятки комфортабельных яхт-клубов и лодочных станций попроще. В самой Москве яхт-клубы вы найдете в акватории речного вокзала, в Строгино, на Галинском Затоне и Капотне. Я много времени провожу в этих акваториях, каждый раз находя что-то интересное. Отмечаю удобную локацию клуба МРП, стоянка находится в Большом Затоне, заправка, обширно-ремонтная база, ресторан, магазины, станции электрички-угодники в пешей доступности. Вспоминаю клуб «Командор» за его уединенную дачную атмосферу, свой пляж и волейбольную площадку. С удовольствием возвращаюсь в Жостино. Небольшой затон на канале с причалом и рестораном на нем. Парусным яхтингом занимаются на Пироговском, Клязьминском и Пестовском водохранилищах. Мы все с рождения огромный звездный экипаж. День первый. Маршрут канала имени Москвы. Активный судоходный день, наполненный красотой подмосковных водохранилищ и шлюзованием на канале. Маршрут на целый день длиной 120 километров. Основное время тратится на ожидание шлюзования. 6 шлюзований Кима и медленное перемещение от шлюза к шлюзу со скоростью 5 км в час. Ползем по каналу за речным со скоростью какой? 6,5 километра в час. Нам идти 100 километров пути. Еще 4. Надеяться, что он после четвертого все-таки разгонится, поскольку между четвертым и третьим 30 километров. Будем надеяться. Но не факт, он же в графике. Думаю, некто торопится, у меня зарплата бежит. День второй. Дубна-Калязин. Накануне удачно прошли все шлюзы Кима. Поздней ночью вышли на Волгу. Переночевали на якоре в затоне у пионерлагеря «Сосновый Бор». Всем рекомендую это место для ночевок у шлюза номер один на 180 км судового хода. Идем вниз по течению. Скорости нам добавляет течение Волги, а оно здесь около 3 км в час. Будучи за штурвалом, необходимо быть максимально сконцентрированным на пилотировании. Тем жарким солнечным днем, созерцая береговую линию, не дойдя пару километров до Калязина, я посадил Тристан на мель в центре Волги. Короче, засиделся я в телефоне и прощелкал фарватер. И в центре Волги... Прощелкал метров на 200. Ну, при общей ширине, если с километра брать, то на 200, да. По сути, в центре Волги шел около Калязина и выскочили на отмель. Выскочили, сошлись. И вот мы сейчас уже сидим 2 часа. Двигатель заглушили, он больше не заводится. Вот сейчас сидим. Тут у нас вот колокольня калязинская. И думаю, что делать. То ли бухать, то ли спать. Бухать, спать. Ну, можно, конечно, коньячка выпить. Можно коньячка. Ну, что мы еще сделали сегодня? Что мы посмотрели?
Мы электронику... пишет ошибки. IPS, не IPS, как это называется. EVS на Volvo Penta D6 не дает нам, пишет какие-то нам тексты, что есть ошибки. Какие ошибки, он нам не говорит. Поэтому винт, я сразу в воду, посмотрел винты, ощупал, повреждений на них нет, на колонке повреждений нету. Фильтр заборный, как он называется? Фильтр охлаждения, да? Система охлаждения, да, почистили. Почистили там? Чисто все. Все чисто. Двигатель не заводится. Позвонили в Калязин, в Яхт-клуб, ну, сказали, что механик с нами свяжется сейчас. Ну, что-то сейчас общаемся по телефону. Решив, что ночевать мы останемся на якоре, в ход пошел коньяк, который принес благодатную мысль позвонить в Москву дилеру Volvo Penta. Совет на том конце провода нас обескуражил, нас явно держали за лохов, и предложили для начала опустить колонку в рабочее положение. «Олухи!» – воскликнули мы, опустили трим, и катер завелся, и весело пулька дизеля. «Завтра все будет иначе, не так, как вчера. Завтра из города мы направляемся в горы. Это местами серьезно, но в целом игра. Мы закроем дома, мы вернемся не скоро. Кто-то сказал, за горами сказочный лес. Там на заветных деревьях сидят попугаи. Звери повсюду гуляют, никто друг дружку не ест. Хочется это увидеть, ведь так не бывает. Там метель не завывает, время не бежит. Эдельвейсы, незабудки в солнечной росе. Родники и водопады, музыка звучит. Но до сказочного леса дойдут. На ночевку мы остановились в Коприно, отлично оборудованной марине, где есть все необходимое для отдыха. Отель, ресторан, заправка и возможность слить утро в непростое рыбинское водохранилище. Почем у вас соляра? 50. 50, ну хорошо. В МРП 55. Да ладно. Да. Дим, какая скорость? 42. Обороты? Расход? Дофига. День четвертый. Рыбинское море. Мне всегда везло с этим водоемом. Я проходил его и в прошлом году, и всегда моим спутником был легкий бриз. В то утро мы вышли с Коприно на рассвете и проскочили по штилю половину пути на Глисе. Но вскоре задул северный ветер, волна поднялась до метра, и мы встали в водоизмещающий режим. Осенью 1940 года русло Волги перекрыли. 13 апреля 1941 года началось наполнение чаши водохранилища. Для завершения работы пришлось переселить на новые места 130 тысяч человек, жителей 663 селений из города Молога. Затоплены 3/4 территории Весегонска, несколько монастырей, обширное количество полей и лесных угодий. Что ты о нем знаешь? Знаю я о нем, что оно зараза коварная. И неприятная вода в нем с точки зрения ходьбы на лодке. Чуть только засмотрелся, и ты на камнях, на мели. Блять, пугаешь. Это так и есть. С фарватера лучше не сходить. Совсем. Один мой товарищ шел здесь на наяде. Они сели на мель, на парусную яхту. Серега, что ли? Да. Но они со своей командой были. Сели на мель, буквально вот просто в 20 метрах от фарватера, прям на камне. И дальше тащили лодку пешком, стаскивали ее прям. Чуть ли там не ноги попереломали. Да, потому что валуны огромные. И между ними как бы такие, ну, провалы, как между камнями. Вот. И мы сейчас тут идем. И
общем, мы тут сейчас идем. Да. Проходим страшный город Череповец и его металлургический комбинат. Сегодня мы прошли 210 километров, встали в 4 утра, пробежали Рыбинку, дабы избежать плохой погоды и проскочить ее на рассвете, когда она тихая. К вечеру дня мы пришли по реке Шексна. Эта река входит в цепочку Волго-Балтийского канала. Здесь находится Шекснинский шлюз на реке Шексна и населенный пункт Шексна. И вот мы 3 часа ожидали шлюзования, у нас остались 2 грузовиками, ну и, собственно, все, сейчас все будет. Один из самых больших шлюзов, что я видел. День 4, 5, 6. Прошлюзовались. Впереди было Шекснинское водохранилище и Белое озеро. Небо затянуло свинцом. Дождь и северный ветер вынудили нас спрятаться в устье маленькой речки Бажай, где нас неожиданно ждал гостеприимный прием в небольшом яхт-клубе. Ожидали погоду 2 дня. Парились в бане. 1 июля отметили день речника. Заправились из бочки. Погода не выправлялась. Наш новый знакомый, управляющий яхт-клубом Олег, яхтсмен и путешественник, прогнозировал нам впереди волны до 4 метров на Белом озере. Мы стали заложниками Мариинской системы. День 7. Погода не выправлялась. Ожидание затягивалось, и мы решились выйти. Шексна и ее водохранилище полны топляка. Это и затопленный лес, и одиноко плавающие бревна. Поймать корпусом или винтами бревно чревато большими неприятностями. Аккуратно вышли из Марины, находящейся в устье реки Бажай, в Шекснинское водохранилище. Встали на судовой ход и побежали навстречу 4-метровым волнам озера Белое. Наш путь пролегал по Вологодской области. За бортом оставалась неизвестная река Ирдонка. По правому борту рукотворный канал в старинный город-монастырь Кириллов, основанный как поселение в 1397 году на Сибирском озере. Шексна – река в Вологодской области России. Левый приток Волги. В непогоду река воспринимается сложно и неприветливо. Благодаря Шекснинскому водохранилищу Шексна местами становится безбрежной, но выходить за пределы судового хода не хочется. Много торчащих из воды бревен и небольшие глубины. По берегам идет активная лесозаготовка. Длина реки 139 километров. Шексна берет начало из Белого озера, впадает в Рыбинское водохранилище. Местность по берегам носит название Пошехонье. До середины 20 века река имела длину около 400 километров. Но в настоящее время в качестве реки сохранилась только на небольшом отрезке от поселка Шексна до города Череповца. Глубина на фарватере, я смотрю, сейчас 6, но шаг влево, шаг вправо, и там глубина уже, хотя вот 4 метра, но дальше мы видели глубины 2 метра, и камни, и метр. Мы сегодня, когда выбирались с места нашей ночевки, самое начало Шекснинского водохранилища, вот там была жесть, там торчали топляки везде. И мы прям шли, вот вглядываясь визуально, потому что проходили топляк справа, топляк слева. Ну, это был не судовой ход, просто мы сворачивали в речку на ночевку. По правому борту нашего катера у истока реки Шексна в Белое озеро нам встретила заброшенная и затопленная церковь. Все знают затопленный храм в Калязине, но немногие видели церковь Рождества Христова на Шексне. Я думаю, через 10 лет ты увидите ее можно, только будет на фотографиях. Здание разрушается стихией и волнами приходящих судов. В 1788 году в ныне затопленном Крохине была построена церковь Рождества Христова. Кирпичная побеленная двухэтажная церковь была выдержана в стиле позднего провинциального барокко. Крохин – средневековый уездный городок, построенный на месте старинного города Белое озеро. 400. А было сколько у тебя? 400. Скорость какая была? Полтос? Она хорошо шла, да? Да. Больше, чем сейчас, да? Да. Как-то прямо увереннее, что ли? Кончено 16:03 2 июля.
сегодня, 2 июля, в ближайшие 1-2 часа и с сохранением до 24 часов ожидается гроза с дождем, ветер при грозе, порывы 16 метров в секунду. Высота волны на озере Белом 100-120 сантиметров, синоптик Захматова. Повторяю, штормовое предупреждение без номера по озеру Белому, реке Шерсте и северной части Рыбинского водохранилища. Вот это волна, а мы дрессируем. Пока нормально, можем идти. Хороший катер. А? Письма приходят. Я с клиником связи нет. Я тебе говорю, здесь ЛТЕ. Погодно еще. В центре Белого озера, огромного водохранилища без берегов, у МТС ЛТЕ связь. А у Диминого безнадежного Билайна здесь она наконец-то появилась, эта связь. В центре Белого, блин. Идем на скорости 43. 43. Высота волны, я думаю, метр. Сказали руси, чуть словени, кривичи и весь. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите, княжите, владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. В 10-14 веках у истока реки стоял древний русский город Белоозеро, первоначально находившийся на северном берегу Белого озера, известный с 862 года. Впоследствии город был перенесен на место современного расположения. В 18 веке переименован в Белозерск. Сейчас районный центр Вологодской области. Берега Белого озера пологие и практически не имеют бухт и заливов. Грунты илисто-песчаные. Озеро имеет округлую форму, длина озера 43 километра, а ширина до 32 километров. Усредненная глубина озера 5-7 метров. Существуют некоторые ямы до 15 метров. У берегов очень мелководно. В некоторых местах на километр глубины не превышает 1 метр. Выбрались из песчаной суматохи Белого озера и пошли в устье реки Ковжи. Непрекращающийся дождь и штормовой ветер, сливающийся воедино берега и вода цвета каналий, вынудили нас проскочить эту негостеприимную реку на полном ходу. По берегам нет населенных пунктов, непогода северной реки становится злыми и выводит из зоны летнего комфорта. Ковжа, река Вологодской области России, впадает в озеро Белое, принадлежит бассейну Волги, длина 86 километров. Так, вот сейчас мы встали на ночевку в поселке Депо. Река у нас Вытегра. Сразу из Белого озера мы шли по реке Ковжа. Река Ковжа. То есть до Белого озера из Москвы у нас река Шексна. Проходим Белое озеро, река Ковжа. И в какой-то момент река Ковжа на картах становится рекой Вытегра. И вот мы сейчас стали на... Мы подошли к шлюзу, тут стоят, стояли суда, прямо уже на судовом ходу, на якорях. Нас вызвал шлюз и сказал, что стойте, вставайте на ночевку. И мы нашли тут небольшой рукав, тут лесопилка, прижались к какому-то баркасику. И вот теперь мы отдыхаем. Вот так вот и ночевали на какой-то... плотины, привязавшись к маленькому кораблику на реке Вытегра. Мурость вообще такая жесткая. Неприятная, да. Шлюз номер 6. День 8. Вытегра. Пройдено больше половины пути, за бортом 800 километров непогоды, Волга, Рыбинка, Шексна, Ковжа, большие и малые водохранилища, беспрестанно льет дождь, штормовой ветер 15 метров в секунду.
Лодка промокла, но на нас не капает. Мы устали, но готовы идти вперед. Ранний подъем, кофе, шлюзование, выходим в Новинское водохранилище. Идем на малом ходу вдоль Архангельского тракта по Волго-Балтийскому каналу и заходим в Белоусовское водохранилище. Название читаем по карте. Визуально ничего не меняется. Мы сейчас находимся на реке Вытегра. Погода изменилась за 3 минуты. Солнце. Хорошо идти в два капитана. Пока один ведет судно, второй занимается приготовкой еды. Сегодня на обед у нас лапша фунчоза, овощное рагу с кабачком, помидорами и чевапчичи. Нефтеналивной, ТН, ТН-632. Цифра 6 означает 600 тонн. 5 баков по 120 тонн. Тягутское водохранилище мы заправляем Тристан на нефтеналивном судне, обслуживающем местный флот. Заправка гулящая и на месте не стоит. Зайдя в акваторию у Тягутского водохранилища, вызываем на 5-м канале. Соляры отличного качества, заправка рекомендована капитанами транзитных серьезных яхт, цены московские. Мы ждали 8 часов ее возвращения и опоздали на следующее шлюзование. Один из нас нервничает, его время похода подошло к концу. Заканчивается неделя нашего путешествия, дома ждут жена и дети. К нам пришла северная белая ночь. Выпиваем на посошок, Дима сходит на берег и покидает меня в ночи. Меня ждет одиночка Онеги и Ладоги. Меня покинул мой компаньон, и у меня смешанные чувства. Меня не пугает ходить одному, но впереди меня ждут суровые озера, Онега и Ладога. А я остался без опытного напарника на новой нехоженной лодке, с неработающим указателем топлива и непонятным расходом. Следующая официальная заправка в истоке Невы, в яхт-клубе «Кошкинский фарватер», а это 400 километров. Утром выхожу из Вытегры, полный ход. Встаю в глиссирующий режим и мчу по Онеге. Мне везет, ветра нет, на озере полный штиль. Я наконец-то всем доволен. Доволен тещей и женой, своей зарплатой, другом Колей, но больше всех самим собой. Я не расстрелян, не уволен, в душе порядок и покой. Я положительно доволен и не хочу судьбы иной. На душе порядок и покой. Я наконец-то всем доволен. И даже если все закончится этой весной, я все равно этой весной доволен. Я наконец-то всем доволен. Онегу пересек за 2 часа в районе населенного пункта Вознесения, вошел в исток Свири. И не герой, и не кумир. Свири удивила мощным течением. Раньше на реке были пороги, сейчас 2 шлюза сдерживают течение этой бурной реки, соединяющие между собой 2 огромных озера. Онегу и Ладогу, несущие свои воды в Балтийское море. Я пытаюсь сравнить Свирь с реками, по которым я уже ходил, и понимаю, что красота около карельской, почти северной природы не похожа на широченные мелодичные разливы матушки Волги, а дремучая, темно-зеленая береговая линия и сила течения древней темной воды превосходит своей энергетикой легкомысленно извивающуюся Оку с ее румяными глиняными откосами берегов, усыпанными норками ласточек-береговушек. Вот сейчас такой ответственный для меня момент. Я на этой лодке еще сам в одиночку не шлюзовался. Сейчас я один на лодке. Мой напарник уехал в Москву, ему срочно понадобилось. А мне нужно идти дальше в Питер, поэтому
Я сейчас иду по реке Сви, захожу сейчас в шлюз Верхнесвирский. На реке Сви находятся два шлюза, они соединяют между собой Онегу и Ладогу. Собственно, у меня будет 9-й Рым по левой стороне. Я сам попросил левую сторону, потому что у меня все красы вывешены по левой стороне. Нумерация идет от 1-го. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Значит, мне нужно пройти весь шлюз, найти свой 9-й Рым, встать аккуратненько к нему и прошлюзоваться. Яхта «Тристан» швартован, к шлюзованию готов. Приходится немножко работать руками. Слегка потерял я навык шлюзования, потому что в этом сезоне за меня делал все мой соратник Дмитрий, который меня покинул. Где-то обычно на машинке, со штурвалом, а он тут со швартовым управляется. Я ж не первый раз завязался в этом сезоне сам. Можно было это сделать более эффектно, но не работать руками. Вот так вот шел по лесу и встретил в деревушке верхние мандроги, кричал для яхт. Взяли 2000 рублей за ночевку, без электричества и воды. Река Свирь имеет длину 224 километра и ширину 100 метров. Соединяет Онежские и Ладожские озера. Скорость течения 10 км в час. На Свири два шлюза. Побережье реки – это заросшая густым лесом холмистая местность. В давние времена на реке были древние святилища и жили волхвы, которые дали название реке Свирь, что значит «светлый Ирий». Здесь находился крупный сакральный центр, где, согласно древнерусской традиции, на островах Соловки, Аркон, Валаам под управлением мудрых волхвов проходили поклонения богам светлого Ирия. Ночевка на Свири произошла в устье реки, перед выходом на Ладогу. Несмотря на широченный разлив, подходящей бухты я не нашел. Сойдя с судового хода, уткнулся в камыши левого берега и бросил якорь. Стемнело.
с Ладоги возвращаются рыбацкие лодки без габаритных огней. Чтобы обезопасить себя от слепых лодок, включил на Тристане всю ночную иллюминацию, поужинал и стал планировать переход через Ладогу. Погода стояла дождливая. Ветер 2-4 метра в секунду, и я не понимал, что меня ждет на этом огромном озере. Накануне мне не удалось заправиться в лодейном поле. У меня сломался указатель топлива, реальный расход я не знаю, лодка новая. За мысом шумит и волнуется безбрежная Ладога, рождая во мне беспокойство завтрашним переходом. Следующая маршрутная точка находится в истоке Невы, в местечке Кошкинский фарватер в 150 километрах. Мои расчеты показывали, что запас хода у меня около 200 километров. И завтра утром в 6 утра пойду уже по Ладоге. И мне, в принципе, остается километров 120 до яхты Кошкинский фарватер, где я смогу заправиться. А вообще покажу вам место, которое я стал, как оно выглядит. Подъем на рассвете, утренний кофе, с Богом в путь. Выхожу в Ладогу, миную первые острова Сирской губы и выхожу на оперативный простор. Погода хмурится, на озере легкое волнение, принимая решение идти в экономном водоизмещающем режиме. Ближе к полудню показалось солнце, разыгрался веселый бриз и волна поднимается до метра. Горизонт чист, берег слева в 50 километрах, земля справа в 150 километрах, эхолот показывает глубину 50 метров. Ветер усиливается. Барашки на волнах уже не кажутся такими веселыми. Волна бьет в левый борт, и лодку начинает ощутимо болтать. У меня начинается морская болезнь и выражается на сонливости и в постоянном желании пить. Автопилота нет. Стою у штурвала, и возникает проблема, как ходить в гальюн. Без управления лодка моментально теряет курс, и корпус начинает крутить, как на карусели. Я вспоминаю видео с YouTube, над которым еще недавно смеялся. Зачем рыбакам на Ладоге кусок длинной трубы? Я подстраиваюсь под волны, и мой курс становится кривым. Расход топлива увеличивается. Ветер усиливается, волна поднимается до 1,5 метра. Встречных судов на фарватере нет, рация молчит, сотовая связь отсутствует. Составляю графики расхода топлива и начинаю паниковать. В тот день, наполненный страхами, меня спасал сэр королевы Англии. В какой-то момент у меня появилась сотовая связь, и я начал звонить друзьям в поисках совета. На тот момент ситуация мне казалась безнадежной. Сейчас у меня закончится топливо, и я останусь один на один на небольшом катере в суровой Ладоге, чье дно богато усыпано останками судов и мореплавателей последнего тысячелетия. Мой друг Игорь Душечкин, военный летчик, командир пилотной группы «Русь» и один из немногих россиян, посвященный королеве в рыцарство, стал моей путеводной звездой. Задав мне несколько вопросов, Игорь моментально составил мой маршрутный лист с учетом погодных условий, расхода топлива, пройденного расстояния и времени прибытия на финишную точку, чем вселил в меня железобетонную уверенность в успех моего предприятия. Когда заходишь совсем далеко, я улыбаюсь, стою под последним своим снегопадом. Мне спокойно, мне хорошо и легко. Крутится, вертится шар голубой, я наслаждаюсь своей первой весной. Как меня разрывало, как глубины несло, так мне и надо, нормально все. Я нахожусь в яхт-клубе «Кошкинский фарватер». Я благополучно преодолел Ладогу и добрался. Все страхи позади. Все страхи позади. Было страшно. Было страшно, потому что я вдруг ощутил себя дилетантом. Нельзя.
нельзя, это не Браковское водохранилище, нельзя так выходить в такие водоемы, как Ладога. Одному с маленькой переноской радиостанции, которая никуда не тебя не останет, и помощи от нее ждать. Судов на рейде нет, ни погоды, да и топлива. И непонятно, что с топливом. Топливометр не работает. И все это в голове моей перемешалось, было страшно. Ну, в итоге я прошел, и какое же было мое удивление, когда я пришел на заправку и начал заправляться. Последний раз я заправлялся 450 километров назад, а перед Ладогой в Итигре. Я предполагал, что у меня расход примерно литр на километр, и бак у меня примерно 500 литров. Я, к сожалению, до сих пор не знаю, 500 он или 600. Водка такой досталась без инструкции, без... Я первый владелец водки, потому никто мне не может рассказать, все опытным путем проходит. Какое же было мое удивление, вчера на заправке я заправил 275 литров. То есть я прошел 450 километров Ладогу, Онегу и реку Свирь на 275 литрах. То есть расход получается 0,6-0,7 литра на километр. Я этот маршрут примерно 3 часа шел в глиссировании на 3100 оборотах со скоростью 43 км в час. И большую часть пути, подавляющую часть пути, на скорости 12 км в час. Очень экономичная лодка. У меня до этого была Чапораль 310. Там были два дизеля, D4. И там расход был больше. Здесь D6, но один. Расход получается меньше. Очень приятно. Ладожская яхтенная марина дала мне все, о чем я мог только пожелать. Закрытая от волн и ветра акватория в Сосновом Бору, гостевые причалы, заправка, ресторан, отель и все это по адекватным ценам. Рекомендую. В яхт-клубе я провел пару дней. Отдыхал, собирался с мыслями, встречал питерских и московских друзей и на 12-й день, заправив полные баки, вышел на последний этап путешествия. Продолжаю удивляться. Раньше я видел Неву только в центре Санкт-Петербурга, и она казалась мне огромной, впадающей в море водной артерией. В реальности судовой ход реки 75 километров, а расстояние от истока до устья Невы по прямой 45 километров. Для сравнения, длина Москвы-реки 500 километров. У Невы потрясающая энергетика. Представьте, в Ладожское озеро впадает сотня рек, а выходит только одна – Нева. Течение бурлит так, что металлические баки, ограничивающие судовой ход, заныривают под воду, как поплавок легкой удочки. На изгибах образуются буруны, а на картах обозначены пороги. Течение реки около 10 км в час. На берегах стоят рыбачьи поселки, судоремонтные заводы, старые дачи и современная коттеджная застройка. Как серф, Тристан несется к северной столице. Через пару часов прохожу мосты Кат, показалась панельная застройка, и вот я уже в городе. Еще мгновение, и я смешиваюсь с адским трафиком судоходного питерского центра. Мимо проносятся метеоры, фарватер пересекает речные трамвайчики, во все стороны рассыпаются катера всех мастей, в эфире стоит межбериный гвал. Я управляю лодкой на флайбридже и ору во все горло от счастья. Я это сделал! Меня переполняют эмоции позади 14 дней сложного одиночного маршрута и непогоды. Я приехал в Питер навестить друзей, на выставку Кандинского сходить в русский музей. После обязательно в Зимний дворец. Я приехал в Питер, я молодец. Я молодец. Я приехал в Питер на пяти углах, принимал в распитии, говорил в глаза, а потом на Думской получил в торец. Я приехал в Питер, я молодец. Я молодец. Я
приехал в Питер, с неба чепуха. Это чисто питерская тема ЧПХ. Шарфики Зенита в небе как свинец. Я приехал в Питер, я молодец.